Чуть меньше месяца остается до нового учебного года. Как школа округа готова к встрече учащихся, лично проверяет глава Люберец Владимир Ружицкий. На этот раз он посетил лицей номер 12. Коридоры и кабинеты застыли в немом ожидании учащихся лицея номер 12. Уже сегодня здесь все готово к новому учебному году. Сделан косметический ремонт, наведен порядок, установлено новое устройство молниезащиты. То оборудование, которое было установлено, оно устарело, а сегодня в учреждениях у нас много компьютерного оборудования, интерактивные доски, и поэтому, если случится пара гроз, молний, то нам необходима, конечно, серьезная защита. Сегодня в порядок приводят все учебные заведения Люберец, в округе их 42. Проводится ремонт кровели внутренних помещений, обустройство спортивных площадок и входных групп, меняют оборудование в столовых. В первую очередь должен быть на уровне пищеблок, потому что это здоровье детей. Ну и уже не говорю о том, что это и классы, и коридоры, и все эти лестничные марши, и спортивные залы. Это все должно быть в порядке. И, конечно, мы после окончания учебного года всегда анализируем, в какой школе какие проблемы, поэтому школы готовим к ремонтам. Все ремонтные работы должны завершиться к 15 августа. Их качество проверит специальная комиссия. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.